В хозяйствах Чувашии начали сеять озимую пшеницу. К работам пока приступили в 10 районах. По плану в регионе должны засеять 105 тысяч гектаров. Амбициозные планы – пока освоено чуть более 3 тысяч. Для всех работ строго отведено свое время, причем природой. Если не засеять озимые до начала сентября, семена не взойдут и не окрепнут до морозов. Значит, пострадает урожай. Если пшеницы будет мало, могут взлететь цены на хлеб. Хозяйства Цивильского района из года в год одни из первых выходят на сев. И урожай собирают обычно больше среднего по республике. Сеем третий день, сеем по черным парам. Предварительно внесли удобрения, культивацию сделали, посеяли 180 гектаров на сегодняшнее утро, сеем только протравленными семенами. В планах у нас 1000 гектаров семян посеять в этом году. Комбайны, тракторы, сеялки. Техника в поле сегодня сильно отличается от той, которая была 20 лет назад. Олег Андреянов трактористом работает уже 38 лет и говорит, сейчас в кабине чувствует себя как в комфортной легковушке. На трактор работает сейчас очень хорошо. Новый трактор получил я. Все условия есть. Чисто, удобно. Кондиционер работает. Все нормально. Больше половины сельскохозяйственных машин собственники агрофирмы приобрели по государственной программе субсидирования покупки сельхозтехники предприятием АПК. Из потраченных 80 миллионов рублей земледельцам вернули 40%. После окончания посева озимых в агрофирме собираются продолжить обновление парка. Ольга Алексеева, Татьяна Трофимова, Георгий Кривошеин, Павел Лисицын, Республика.